Но он же по-русски плохо пишет. Ты мне говоришь, блядь, или сама с собой? Я сама с собой. Не называл тебя красивой. Да, молодец, я тебя поздравляю. Флаг тебе в руки, барабан на шею. Я по-русски плохо вижу. Плохо вижу, ебать. Хотя ладно. Я некрасива в том, что считаю простой. Что? Какая Светка? Светка? Где Светка? Там сидит, ее не видно. Какая Светка? Я тебя поздравляю. Я тоже красивая. Я по-русски плохо пишу. Никак. О боже, придурки. Алена, вы боитесь показаться нашим соседом Мухаммедом, говорит. Чё, блядь? Какие соседы Мухаммеды? Выучите нахуй русский, блядь, а потом разговаривайте, ёб твою мать. Моя твоя не понимать. Да. Так, господи, что это все так скачет? Ты являешься не таким, как все. Тебя начинают активно травить. Так было и с сыном Павла Марии. Бедная женщина изо всех сил пыталась его защищать, но с каждым годом болезнь мальчика только прогрессировала. Да, реально. Жалость на его внешнем виде. Да. В конце концов, отчаявшаяся мать не выдержала и увезла. И что? Так что его больше не будет. У тебя маленькие глаза, говорит. Да охуеть, кстати. А какие у меня глаза должны быть? Нормальные глаза. От лба, блядь, до подбородка. Тогда на немецком. Я вообще ничего не понимаю, что тут происходит. Ой, а что так людей много? Мне тут пишут, где это? Когда вы уберете фильтр? Че? Между вами и моим соседом Мухаммедом не будет никакой разницы. Понятно. Спасибо за перевод. Тирахийца. Тирахийца. Что? Идите сюда. Выгнать, заблокировать. Очень странно, что он засматривается на своего соседа на фамилии. Да, реально. Она, наверное, думает... Наклонности немножко гейские, блядь. Она, наверное, думает, что, наверное, все кавказцы так непонятно общаются. Нет, я знаю, что не все. Приезжайте в Германию, я вам помогу. С чем ты мне поможешь? Спасибо. Германию? Да, господи, что это все так скачет? Стойте, дайте я дочитаю все. Она имела в виду, что у тебя
Глаза, как у азиатки. Конечно, я вот так вниз смотрю. Так у меня нормальные глаза. Нет? У тебя одни таджики тут. Пусть будут. Видишь, ты ж не таджик. Знаешь, не одни. Да блин. Вот, Валера, вот наш блин-блин-кар. Вот это наклейка «Вылез Тустану джипом». Гусь обнимусь на заднем сиденье. Че, прикалываешься? Мы реально сейчас вот... Я сейчас психану, это все брошу дело. Хватит мне писать, дайте мне прочитать. Вообще, что за услуга, блин-блин-кар, а? Нет ощущения, что, судя по названию, хорошо. Хорошо. Пусть вот так. Какому-то человеку куда-то надо... Что там? Что там? Где там? Да господи, что оно все так скачет? Где я читала? Хорошо. Угу. Угу. Светка, Светка, тебя зовут.